Вопрос возвращения в родные края на освобожденные от оккупации земли Азербайджана был затронут также в Женеве в рамках 74-й сессии исполкома Верховного комиссариата по делам беженцев ООН. С докладом от имени правительства Азербайджана выступил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов. Он также затронул проблему заминирования территории Азербайджана в период армянской оккупации. Была подробно предоставлена информация о постконфликтной ситуации, которая возникла после Отечественной войны 2020 года, которая не только восстановила территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в пределах ее международно признанных границ, но также создала условия для достойного, безопасного и добровольного возвращения сотен тысяч наших сограждан на свои родные земли. Была предоставлена информация о первой государственной программе «Великого возвращения», о мерах, предпринимаемых азербайджанским государством, о том, что в течение пятилетнего периода 34 500 семей планируется вернуть на свои освобожденные от оккупации территории. Естественно, была затронута проблема заминирования азербайджанских территорий армянскими вандалами. То, что по сей день 331 человек погибли или получили тяжелые увечья вследствие взрыва мин и боеприпасов. И о том, что проблема заминирования является одной из серьезнейших проблем, препятствий для достойного и безопасного возвращения вынужденных переселенцев на свои родные земли. Также в докладе была предоставлена информация о недавних местных контртеррористических мероприятиях с тем, чтобы ликвидировать военную инфраструктуру, незаконную военную инфраструктуру армянских вооруженных сил на территории, на суверенной территории Карабахского региона Азербайджанской Республики. Было отмечено, что были предприняты все усилия для того, чтобы минимизировать потери среди гражданской инфраструктуры. И было отмечено, что миссия ООН, которая побывала в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики 1 октября, подтвердила, что не было нанесено никакого ущерба гражданской инфраструктуре, гражданским лицам. Не было отмечено никаких фактов изгнания армянских граждан Карабахского экономического района Азербайджанской Республики. И это же было подтверждено со стороны представителя Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Армении. И был дан ответ на вчерашнее утверждение армянской делегации о том, что ООН стала своего рода инструментом для Азербайджана в этом вопросе. Была подчеркнута еще раз настойчивая решимость азербайджанского государства по интеграции армянских граждан Карабахского экономического района Азербайджанской Республики в азербайджанское общество. Была дана информация о предпринимаемых мерах в этом направлении по обеспечению прав и свобод армянского населения. И было подчеркнуто, что Азербайджан будет и впредь предпринимать все меры по реинтеграции тех лиц армянской национальности, которые захотят интегрироваться в азербайджанское общество.